Финиш. Да. Читер. Читер! Сейчас будет финальная битва, ребят. Добро пожаловать в игрушку Нубик и Читер. С вами Клан Дориди, приятно вам просмотра. Если ваши лайки и комментарии, также нажми на колокольчик, это обязательно. Ну что ж, а мы начинаем. Так, Нубик, профессионал. Ну что ж, пойдем. Нам нужно управлять профессионалом, да, и защитить Нубика. Ну хорошо, давайте посмотрим. Ух ты ж, ничего себе, у меня меч, ребятки. Так, смотрите, какой большой, нифига себе, какой большой зомби. Сейчас мы разделаемся с неприятелями, с негодяями. Прыгаем. А наш Нубик хочет пиццу, ему нужно поесть. Никакой пиццы, Нубик, никакой пиццы. Я хочу газировку, может быть, газировку? Какую тебе нафиг газировку? То тебе пицца, то газировки, с ума что ли сошел? Нубик, хоть бы помог мне. Я на тебя злюсь, я зол на тебя. Я тут, значит, проблемы наши решаю, а ты просто хочешь ее кушать. Яблоки, вон, возьми яблоко, пожалуйста. Какого черта, кто это сделал? Какого черта? Это читер опять проказничает? Ну, конечно же, это читер. Он не дает нам пройти. О, читер съел все яблоки, Нубик! Нупс! Вы два нуба! Ха-ха-ха-ха-ха! Нубик, он съел твои яблоки. Ты в курсе? А-а-а! Нубик! Нубик, успокойся, мне страшно! Нубик, какого черта, нифига себе! О, боже мой! Нубик, все нормально, все хорошо, мы добудем тебе яблоки. Охренеть, я его боюсь! Я что-то Нубика, ребятки, побаиваюсь. Какой-то он странный. Фу, я думаю, голова просто взорвется. Он яблоки хочет. Какие тебе нафиг яблоки? А вот, можно купить газировку, яблоки, пиццу, хлеб и пирожное. А как это сделать? Так, ну что ж, давайте. Тут мы можем прокачаться. У нас 675... долларов. Так, сейчас я найду, сейчас я все деньги вытащу из заначки Нубика. Вот, другое дело. А читерам здесь не место, не место здесь читерам. Так, ну что ж, ладно, давайте прокачаем. Давайте ХП прокачаем. Давайте прокачаем силу. Давайте силу прокачаем. Давайте все прокачаем. Давайте Нубика прокачаем. Давайте скорость прокачаем. В общем, мы все прокачаем и гоу. Все, погнали. Ой-ой. Ой-ой. Подожди! Какого черта? Да подожди ты, подожди! Нубик! Нубик, боже мой! Смотри, он... О, Нубик! О-о-о-о, профессионал пока спит. Я позабочусь об этом, сейчас я достану денежки. Мы сейчас прокачаемся, и мы точно пройдем. Нам нужно добраться до читера. Мы это сделаем, доберемся. Для этого нам нужна сила. Нам нужно здоровье. Ну и, в принципе, пока что хватит. Пойдем. Все, сейчас забег лучше. 500 метров! 500 метров, и мы дойдем до бога. Мы узнаем у него весь смысл. Бога Майнкрафта дойдем, ребятки. До создателя Майнкрафта. У нас уже 550 монеток. 400 метров осталось, ребят. 400 метров, и мы будем у создателя Майнкрафта. Сохранение, чекпоинт, отлично. Мы отсюда будем начинать теперь. Боже мой, как много зомбарей здесь. Я двумя, вы видели, как я двумя мечами владею? Уйди отсюда. 1175 долларов у нас с собой есть, Нубик. Отлично, мы должны дойти, ребят. Сколько там осталось до создателя дойти Майнкрафта? Создателя 2D Майнкрафта. Ребятки, если хотите больше видеть 2D игр на моем канале, то обязательно пиши хэштег 2D. Просто хэштег 2D. И я буду искать для вас что-то интересное. Ну что ж, мы прошли, ребят, мы дошли. Теперь надо прокачаться. Я предлагаю все-таки здоровье побольше прокачать, давайте. Давайте что, скорость прокачаем. Давайте все прокачаем по чуть-чуть. Все понемножечку прокачаем. Вот, силу тоже прокачаем. Отлично. Теперь мы готовы в бой. Все. У меня золотой меч, смотри, Нубик, у меня золотой меч есть, вот. Вот как надо играть, я же профессионал. А ты, Нубик, ты даже не паришь. Смотри, а вверху слева у Нубика 4 сердца, а у меня 5. Почему? Вы спросите, почему? А я вам отвечу, потому что я профессионал. Да, ребят. Какой же ты, боже мой, глупый профессионал. Это я прокачал. Пока ты дрых, я вкачал все деньги, в общем, вложил
Это мои инвестиции в тебя, в общем. У меня уже 4 сердца. У меня 4 сердца. Нубик. Нубик, сохранись. 200 метров осталось. 200 метров. 200 метров, и мы дойдем до бога Майнкрафта. Мы дойдем до создателя Майнкрафта. Нет! О, боже мой! О, боже мой, я испугался. Я испугался, думал, мы сейчас все умрем. Но, к счастью, все обошлось. Мы просто идем по водичке. Это мель, ребят. Я думал, мы сейчас утонем. 50 метров, и мы будем уже у создателя. Мы узнаем у него все. Мы все наши вопросы решим. Да, ответы на вопросы найдем. Все, залазь на облако. Нубик, на облако залазь, прыгай. Ура, ура, ура. Как же я давно хотел увидеть создателя Майнкрафта. 2D Майнкрафта. Кто-нибудь видел создателя 2D Майнкрафта? Сейчас вы все увидите. Вот он, его дом, это его крепость. Ну что ж, Нубик, заходи. Да, с радостью. Нет, после тебя. Ладно. Ты что, первый раз его увидел? Вы что, ребята, с ума что ли сошли? Нам нужны яблоки, иначе Нубик как-то ведет себя неадекватно. Подскажи нам, пожалуйста, я просто не знаю, что с ним делать. Он мой братишка любимый. Так, в общем, вам надо убить этого гада, и все у вас получится. Надо тапнуть, хорошо. О, я заколдовал тебя. Теперь ты справишься. Ты справишься с этим плохим. О, боже мой. О, боже мой, подожди. Ай-яй-яй. А что, можно прыгать? Все, я понял. Вверх-вниз. Так, вверх-вниз. Все, я понял. Мы сейчас пройдем, ребят. Так, а ты куда ты стреляешь? Да блин, боже мой. Так, все, надо по нему стрелять. Я не разобрался пока что. Вверх-вниз. По одному хп просто у него отнимаем, ребят. По одному хп. Ну какого черта? Нифига себе, надо тапать. Быстрее тапаем. Тапаем вверх-вниз. Самое главное, следим. Я не хочу падать. Давай. Вниз. Я не хочу умирать, боже мой. Отлично. Земля есть. Слава богу. Опять. О, нет. Хватит испытаний, хватит. Хватит меня мучить. Боже мой. Ой. Ой, я упал. Я не хочу падать. Вот смотри, он еще зомбарей пускает. Ладно, два деления мы у него отняли. Еще немножко осталось, ребят, совсем чуть-чуть. Мы справимся с этим обязательно. Ребят, если хотите Нубика Профессионал третью часть, пишите. Я думаю, разработчики нам сделают, потому что мы все полюбили эту игру. Спасибо вам большое за поддержку. Я увидел ваши комментарии, увидел ваш актив, увидел ваши просмотры. И я думаю, мы должны снять продолжение. Мы перейдем, но уже лучше. Намного быстрее и профессиональней. Первый раз проходил Нубик, а сейчас проходит уже профессионал. Да, ребят, хоть вы видите Нубика, но в этом Нубике живет профессионал. Ну, немножечко совсем. Ну, немножко Нубика, немножко профессионал. Он еще не совсем профессионал и не совсем Нуб. В общем, между. Что-то между, да? Так, хорошо. Ой. Замешкался. Нельзя так делать. Больше так не делай. Ладно, да. Жмем. Быстрее. Стреляем просто в него быстрее. Давай. Ёлки-палки. Я не хочу падать. Ребята, там лава. Ну нафиг. Я не хочу. Я еще молодой. Не хочу убирать. Ой. Ну что такое? Ну почему я падаю постоянно в эту лаву? Постоянно падаю в эту лаву. Почему? Да потому что ты Нубик. Если бы был профессионал, он бы ни разу бы не упал. Ни разу. А ты Нубик еще. Да, согласен, я Нубик. Вот почему Нубик на этом задании. Просто профессионал не хочет лохануться. Он не хочет потерять, как бы сказать. Он просто в такие игры не играет, где может проиграть, да? Он хочет все с самой лучшей стороны показать. Хотя, я думаю, профессионал бы тоже тут несколько раз упал. Вот. Возможно, даже больше, чем несколько. Так, ну давай уже. Ну, помирай же. Мы тебя победим. Немножечко осталось. Давай. Ну сколько там тебя еще? Ну уже, я тебя прошу. Давай. Ой. Что такое? А что? Кто это? Мать его.
Это какая-то магия, я просто не мог в него стрелять. Это он все подстроил. Все, я справился с ним. В смысле справился? Не может быть. Ну вот так и справился. А, это он только представлял, это еще не была. Это еще не была битва, это просто представлял. Теперь, вот тебе машина, в общем, езжай. Сейчас будем на тачке кататься, ребятки. Нубик на машине, это же просто идеально. Вау! Уху! Тихо. Тихо, о чем мы можем делать? Так, подожди. Тихо-тихо-тихо-тихо-ша. Ай-яй-яй, не застрять. Я тебя прошу, не надо, не надо, не надо. Вот, восстанавливайся. Отлично. Ай-яй-яй-яй, боже мой. Прыгаем. Наша главная задача вовремя прыгнуть. Давай-давай-давай, набирай скорость. Ничего себе, мы подпрыгнули. Просто офигительно. Ну что ж, мы доедем до этого... До этого гадкого читера. И его проучим. Уху-ху. Отличненько, отлично. Я уже в предвкушении. Когда я с ним расправлюсь, он поплатится за все свои деяния. Поплатится. Он еще не знает, с кем связался. Новый левел? О, левел 2, отлично. Тут уже будет посложнее. Тут пропасть уже появилась, ребятки. О, боже мой, реально сложнее. Очень сложно, ребят. Поддержите, поддержите срочно, лайк нажмите. Ау, оп, не падай, я тебя прошу. Не падай, не падай. Не, он упал. И заново начинать, то есть нельзя падать, вообще нельзя падать. Тихо, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Потихонечку, прыжок. Прыжок веры. Замечательно, собираем кубики, давай, давай, давай. Прыжок. Вот, нормально. Я верю в тебя, ты дойдешь. Чуть не упал, еще бы немножечко, я бы упал. Но мне повезло. Так, наверх, наверх, на горку. И тут прыжок делаем. Хотя не обязательно было, но мы прыгнули довольно-таки высоко. Тут тоже прыжок. Надо все рассчитать. Все у нас рассчитано. Все рассчитано просто до мелочей. Ну где уже? Ну где уже финиш? Когда же он будет? Мы ждем все финиш. Так, перезарядка. Новый левел. И сколько левелов? Уже третий левел, боже мой. А где финиш? Где финиш? Тут смысла нет прыгать. Тут надо. Тут стоит прыгнуть. О, боже мой. Я боюсь, что у меня не получится. Тут не обязательно прыгать, да? Как много кубиков, ребята. Ой-ой-ой-ой. Толкаем, 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 толкаем. Прыжок. Ух ты, вот это было эпично. Вот это было очень красиво. Молодец. Мне нравится зеленая тачка, зеленая трава. В общем, все идеально. Язык, смотри, язык высунул, и он на ветру колышется, да? Но, правда, вы этого не видите. Потому что это кубическая игра. Хотя, могли бы сделать такую анимацию, да? Как будто бы язык колышется, как волосы прям. Новый уровень. Пустыня Сахара. Как же тут жарко. Боже мой, я чей-то дом, кажется, сломал. Нифига себе, тут пропасти, ребятки, очень большие. А-а-а, чё такое? Моя дед. Я упал. Ладно, переиграем четвертый прыжок. Вот так прыжок. Надо заранее научиться. Вот тут надо тоже заранее прыгнуть, чтобы ее правильно она упала. Вот так. Поум. Давай, 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 давай. Падает, 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 падает. Давай, давай. Езжаем, езжаем, езжаем. Отлично. Вот это да! Я просто чуть не упал было. Вторая, вторая, давай, давай, едем, едем, катимся, катимся, катимся. Отлично, просто идеально. Еще будет одна? Я думаю, хватит. Поверху или по низу? Тут выбираем, по какой стороне ехать. Я думаю, поверху поедем. Мне кажется, безопаснее всего поверху. Хотя я могу ошибаться. Надеюсь, что там будет финиш. Пу-пу! Прыжок, делаем прыжок. Прыжок веры. Финиш. Пожалуйста. Уху-ху, да, ребятки. А, пятый уровень. Да сколько же здесь уровней? Чё так много? Прыжок. Катимся, катимся. Все идеальненько. Вот так. Запрыгиваем, спускаемся. А, отличненько. Залазим. Прыжок. Ой-ой-ой-ой. Опасно, опасно. Было, конечно, не стоит так делать. Еще я перевернулся. Ну, что ты будешь делать?
Очень много, очень много пропастей, это не очень хорошо. Вот, давай. Ну, надо толкать, еть. Все, поехали, отлично. Сделали себе бостик. И новый уровень. Сколько же уровней, как же долго... Телепорт, ничего себе, это самый сложный уровень, тут зомби, ребятки, или кто это такие? Нет, а я могу до воздуха даже прыгать, если что, вот так. Можно, а можно и упасть. Так, ну туда предельно осторожно играть. Я говорю в доспе, потому что... боже мой. Ладно, все, успокоились, хватит дурачиться. Твою ж мать. Опасно было. Опасно, очень опасно. Давай, молодец. Я говорю в нос, потому что, ну, просто дурачусь я. Так, давай, молодец. Блин, жестко. Еще прыжок, молодец. О, нифига себе, я перевыркнулся просто. Просто красавица. Так. Тут просто, я думаю, стоит ехать. Давай. А, я боюсь упасть. О, как красиво, смотрите, зашел. Ну же. Левел 2, блин, это сложно вообще. Это вообще реально пройти? Что за читы? Это читер. Это читер сделал такую карту, чтобы я не прошел. Чтобы я не дошел до конца. Но я-то знаю, что я должен пройти. Так, тут ничего не делаем, тут можно прыгнуть. Давай. О, хорошо. Хорошо, ну будь аккуратнее. Неужели там тупик будет? Я не знаю, по какой дороге ехать. Давайте поверху поедем, что ли. Нет, хотя тут можно разными вариантами пройти. Тут ничего не делаем, так, проезжаем. Тут тоже, в принципе, проезжаем нормально. Давай. Дайте финиш. Это прям как уровень с Марио, знаете. Похоже, сейчас будет дракон какой-нибудь. Ах ты ж третий уровень, да боже мой. Я хочу, чтобы мы уже приехали. Где финиш? Так, прыжок. Я уже научился играть в игру. Первый раз играл, вообще было очень сложно. Сейчас уже получше. Хотя много времени прошло. Я бы хотел в третью часть поиграть. Ой. Ой, опасно. Ой, ты издеваешься. А не прошел, проехал. Ничего себе. Я не думал. Но он проехал, молодец. Тайм. А, там был обрыв. То есть обязательно надо прыгать. Чита, ты сделал... А сколько еще уровней? 5 уровней, что ли? Серьезно? Я не думал, что будет так много. Тут просто едем, просто... Можно немножечко прыгнуть. Паумч. Давай, молодец. Красава. Что-то мне как-то поверху предпочтительнее кататься. Как-то безопаснее, что ли. Отлично. Где финиш? Еще, наверное, будет и пятый, офигеть. Но тут очень сложно. Я даже боюсь, что я не пройду. Лава растет, ряд, прибавляется лава. Офигеть. Ну уже, это конец? Еще последний, да? Да, последний. Фига себе, просто пропасть, офигеть. Смотри, какая большая пропасть. Боже мой. Ой-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Фига себе. Просто из последних сил выживаю, ребят. Я боюсь, что у меня не получится. Пока что прямо едем. Прыжок. Еще прыжок. Давай накопим силу. Отлично. Ай. Ай, давай ты сможешь. Ну? Финиш. Да! Читер! Читер!
Сейчас будет финальная битва, ребятки, приготовьтесь. Ой-ой. Ой-ой-ой. Так, вот он, читер. Получай, проклятый читер. Так, тут за шипы нельзя задевать. Я так понимаю... Ах ты ж, один раз задел и все заново. Все заново нельзя задевать ни в коем случае. А я могу два раза прыгать. Я могу два раза прыгать. Да, нельзя задевать, я просто решил проверить. Но все, тогда все ясно. Тогда ты мне ничего не сделаешь. Я готов. А я могу много раз прыгать, смотрите, я могу много раз прыгать. Отлично. Все, я понял. Теперь я профессиональный игрок. Нет. Ну, не дотягиваю. Не дотягиваю до профессионала. Но я с тобой расплачусь. В общем, расправлюсь. Да, хотел сказать. Расправлюсь с тобой. Платить я тебя не собираюсь. Вот расправиться с удовольствием. Я готов расправиться с тобой. Зомби, зомби, зомби. Я просто боюсь зомби. Он убежал, ладно. Так. Тут можно иногда... Блин, пешочком. Иногда можно пешочком. Ну все, ребят, ну хватит уже. Три деления, мы бы уже половину хп у него отняли. Три деления нету. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось немножечко. Так, я слежу, слежу, слежу. Давай поверху, 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 поверху. Молодец. Поверху, поверху, вниз. Так, поверху. Два деления осталось. Надо, чтобы он вниз стрелял. А сами будем тусоваться вверху. Ай-яй-яй. Ой, боже мой, чуть не погиб. Давай, почти одно деление. Нужно, 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 нужно. Фига себе, просто как из пулемета. Да блин, как же ты мне надоел. Осталось меньше деления. Ну, давай. Да уже помирай. Ну, хватит тебе меня мучить. Хватит всех мучить. Ты уже должен погибнуть. Я тебя прошу, сделай это. Мы лично это сделаем. Да уж, ну, понятно, что нубик тут борется. У него не получается, с первой попытки у него, конечно, не получится никогда. Но все же он старается. Старается, молодец. Так, опять. Аккуратненько. Ну уже. Да! Мы победили, я надеюсь. А, боже мой! А, теперь Агарио пошло. Агарио, ребятки. Мы должны стать большие и съесть читера. Вон, за мной гоняется. Нужно много пиццы съесть. Это моя любимая работа. Помните? Я всегда хотел пиццу съесть. Вот, кушаем, кушаем. Сейчас наедимся пиццей. Вот как много водки. Вот тут отлично, замечательно. А, заново опять. Заново, ё-моё. Вон, я вижу пиццу. Отлично. Это пределы. Нельзя сюда заходить. За пределы ни в коем случае. Кушай, кушай пиццу. Как в Агаре, голодные игры. Давай сделаем это. Давай сделаем это вместе. Я сейчас стану большим, сильным и тебе накажу. Накажу, никого не трогать. Так, ну все, вроде хватит, да? Да, вроде хватит. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Мы его съели. Уровень 2. Давай посмотрим уровень 2. Кушаем пиццу. Кушаем, стараемся. Нифига себе, он большой, блин. Понятно, почему уровень 2. Он реально очень большой. Ой-ой-ой. Ой, чуть не попался сейчас, было опасно, я мог попасться. Тихо-тихо-тихо-тихо, не вздумай даже. Не вздумай. Так. Съели. А, ну все, по-моему, он уже удирает от меня, да? Или... Не, я не буду рисковать. Давайте еще накушаемся, вот, чтобы наверняка. Ам, и съели его. Уровень 3. Уровень 3, есть одна. Вторая, третья. Боже мой, тут еще кто-то стреляется. А это пицца стреляется, что ли? По-моему, он пицца стреляется. Да, ребят, и пицца может его кормить. Кормить читера. Да, боже мой, ну опять он меня съел.
Так, ладно. Пицца просто улетает в сторону куда-то. Нам-нам-нам-нам-нам-нам. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, он почти догнал меня, почти что. Но почти не... О, как много пиццы. Ммм, как вкусно, как вкусненько. Ну все, хватит. Хватит за мной гоняться. Рядом, смотри, рядом с базукой много пиц. Вот, хорошо, хорошо. Он тоже стоит, кушает, смотрите. Ой, как много, ёлки-палки. Не, ну все, ну тут понятное дело, кто победил. Так. Все равно пока не хочу рисковать, слушай. На всякий случай. Подольше побудем большими. Слушай, ну сейчас, по-моему, я здоровее стал, прям ощутимее. Та-дам! Четвертый уровень! О, тут сложно! Четвертый сложный уровень. Так, и как я добуду пиццу эту? Вверх, вверх, вот, 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 хорошо. Добыли. Ой, вот он, со мной гоняется. Я пока не знаю, где он, но он-то знает, где я хожусь, ой-ой-ой. Так, ну может норм... Да заново, что ли? Четвертый уровень, да ё-моё. Да ёлки-палки. Ай, читер! Читер идет сюда. Так, не расслабляемся, не расслабляемся. Сейчас мы... накушаемся и его накажем. Тут сложнее то, что тут лабиринты, да? Тебя могут зажать в угол. Поэтому нужно всегда быть начеку. Всегда, каждый миг. Каждую секундочку. Ам, отлично. Уровень 5. А она появляется, то ее не было, хоба, появилась. Тут прям самое сложное. И читер, боже мой, ну это гребаный читер мне мешает. А, ладно, в другую сторону идем. Сначала надо вырасти нам. Сначала надо подрасти. Так, вижу, 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 вижу. Так, я его съел. А будет еще больше? Да, есть большой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Блин, ну почти что. Почти что получилось. Да ты издеватель, что ли? Ну почему? Почему у меня не получается? Ай-яй-яй, он еще пиццы ест. Пиццы ест, блин. Вниз. Хорошо. А, вон мы маленького читера съели. Ой, ой, да ты. Какого черта? Да какого, мать его, черта? Я не вижу ничего просто здесь. Ну вот как так, видите, как он меня загнал? Вот гад, паразит. Вниз, вниз идем. Так, там, где есть пицца, можем пройти. Прям за мной по пятам, ребята. Надо подальше от него отстать. Так, так. Отлично, 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 хорошо. Так, 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 так. Вот. Вот, ну уже. Отлично, отличненько. И я все равно проиграл. Да какого черта? Я почти что выиграл. Поторопился в конце, просто поторопился. Так, ладно. Идем вниз. Маленького читерюгу едим. Боже мой. Боже, боже мой, боже мой. Твою ж мать. Вверх, вверх, вверх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вниз. Вниз, вниз, вниз. Тут много пиццы, тут много пиццы. Давай соберем все это. Черный, я боюсь, надо еще больше. Еще больше, еще больше. Максимум, все. Отлично. Шестой. О, нас двое. В смысле? А, тут каждый сам за себя. Они соединяются еще. Боже мой, ну понятно. Самый сложный. Самый сложный шестой. Окей. Так, так, так. Я все равно стану больше. Да, нас двое. Опасно, опасно, опасно. Пока не едимся, не пойдем никуда. Но сейчас ест нас. Ам-ням-ням-ням. Седьмой еще уровень, да ты... А чё их так много? Какого черта? Их слишком много. Их слишком, очень слишком много.
Ну, в принципе, и пиццы тоже много. Я когда-нибудь выиграю этого читера. Так, 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 так. Ой-ой-ой, ну да, тут достаточно прям пиццы. Тихо-ша, чуть не погибли. Так, 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 так. Кушай, кушай, кушай. Чем больше, тем быстрее он растет. Рисковать не стоит. Мы съели 8-й уровень. А, вот, надо догнать его. Поймали. И чё толку? Может, мне надо еще кого-то поймать? Вон они. Отлично. Отлично. Кто еще там? Так. You win! Я победил! У-ху-ху! Теперь у меня много-много-много-много яблок есть! Я буду их долго-долго есть! Я стану большим и сильным! The end, ребятки! Надеюсь, вам понравилось, и ты поддержал этот видеоролик лайком, также подписался на канал Дариди, нажал на колокольчик, и, в общем, всех благ, еще будет много 2D Майнкрафта, 2D игр. Я, наверное, создам... Да, у меня будет плейлист, где будут 2D игры, так что советую заглянуть. Он вот-вот появится. Также напиши на ютубе Алекс Плей, и ты найдешь мой второй канал. Вот, я там не снимаю Майнкрафт, но там много чего интересного. Игры на ПК. Так что советую заглянуть. Ну а с вами был Дариди, всем хорошего настроения и пока-пока.